Полезный город. Жизнь в кредит становится нормальной, а значит и получить долги в наследство от родных – ситуация, с которой столкнуться вполне реально. Специалист по кредитным спорам, юрист Роман Дудрев, рассказывает, почему так бывает и можно ли избавиться от этого долга. Нельзя по закону выборочно наследство получать. Например, я хочу машину, а, например, там дом не хочу. То есть, либо вы все наследство получаете, либо вы вообще ничего не получаете. Соответственно, получаете все наследство и долги. Мы здесь для себя должны в первую очередь понять, есть ли вообще смысл вступать в наследство. Подождите, а как эти кредиты найти? Мы же обычно ищем квартиры. Чтобы найти эти кредиты, вот, ну, плюс, значит, да, это работа какой-то. Нотариуса. Нотариус у нас ищет всю наследственную массу. То есть, там делаются определенные запросы в различные организации. Чаще всего бывает так, что что-то либо не проверяет, а потом приходит к нам повестка уже из суда. Ко мне недавно обратились, значит, два наследника, брат с сестрой, то есть у них там мама умерла, к ним начали поступать иски из различных судов. Как бывает, они покупают кредит, ждут 2-3 года, 4, чтобы там побольше там неустойки набежало, пений, там штрафов различных, и начинают все это взыскивать. Мы подали возражение на исковое заявление, где уже, значит, суду, значит, разъяснили, что кредиторы отказали полностью, там сумма 600 тысяч. Мы на 99,9% уверены, что, значит, суд откажет в иске. Откуда у вас такая уверенность, что платить по кредиту матери наследникам не придется? Потому что последний платеж был в сентябре 2013 года. Срок исковой давности начинает течь либо с момента расторжения кредитного договора, либо с момента, значит, соответствующего платежа. По каждому отдельному платежу он отдельно течет, то есть по каждому месяцу. Если срок исковой давности 3 года прошел, кредитор с нас деньги уже не может взыскать. Но если мы не заявим ходатайство об истечении срока исковой давности у суда, нет оснований самостоятельно применять данную норму права. Нужна работа юриста, чтобы все это пояснить и, значит, выиграть дело. Вот здесь как раз была плохая работа нотариуса, они не знали об этих кредитах, или да, как да, получилось? Да. То есть это было выяснено тогда, когда они уже вступили в наследство. Но в любом случае есть такой момент, что есть наследники отвечают только тем имуществом, значит, которое было получено. То есть, соответственно, если у меня там была машина ранее, да, моя, я не могу отвечать этим имуществом перед кредиторами. Ну, хотя бы наше имущество, да, защищено от таких неожиданностей с наследством. А вы тем брату с сестрой 600 тысяч сэкономили или больше? Когда вступали в наследство, получили большие долги по ЖКХ, примерно там 1400. Ну и к ЖКХ у нас тоже такой же срок исковой давности. Не нужно сейчас брать и бежать там, и платить там за все там 7 лет долги, когда можно заплатить за 3 года, а остальное они просто вот, ну, не смогут взыскать. Все юридические расходы, которые понесет ответчик, да, либо истец в случае принятия положительного решения суда, то есть он может все эти издержки на юриста взыскать полностью с проигравшей стороны. Если у вас есть проблемы с кредиторами, требует вернуть кредит, которого вы не брали, Романа Дударева легко найти в интернете. Юрист с большим опытом в вашем деле пригодится. Полезный город.